Раз, два, три.
всегда будет главной особенностью вот этого производственного употребления профессии сценариста. Потому что сама ситуация, в которой есть замысел, допустим, автора фильма, режиссера, но есть необходимость в другом человеке, чтобы этот замысел развить, рассказать, записать каждую секунду, может быть, отдельно от других. Это ситуация болезненная, это нездоровая ситуация. Это значит, что, по крайней мере, значит, одну прекрасную болезнь человек нуждается в другом человеке для того, чтобы вместе говорить, для того, чтобы на свою историю посмотреть со стороны и так далее, и так далее, и так далее. И отсюда, в этом огромном терапевтическом расстоянии, какой-то дальний фланг, это практические ситуации, когда сценарист, человек, который должен подтекстовывать звук на переозвучании, потому что что-то не получилось на съемках, или где-то там в промежутке человек, который должен переделать сценарий, который обречен на съемку по каким-то причинам, совершенно иногда случайным и организационным, но не годится для съемки, потому что что-то не так бывает такое. Это все является, ну, не тем, про что я хотел бы вам рассказывать, потому что все это, ну, практически ну, ремесленные рабочие ситуации. А я желаю вам не быть в этом прекрасном сотворческом труде, который называется кинематограф, не уметь быть теми, кого можно использовать служебно. Зачем вам этим заниматься? Будьте авторами. А для этого вам надо быть людьми, которые сами могут сделать вашу историю, сами могут понять, что вы хотите и как про это рассказать. Собственно, вот. Поэтому я не верю в то, что я смогу вам дать универсальные советы. Я, честно говоря, верил раньше, что так может быть. Но просто какая-то жизнь идет, и у меня случается, что какие-то люди, которых я очень люблю, может быть, какие-то даже, которые учились когда-нибудь у нас в школе документального театра Разбежкиной и Угарова, где я имею честь преподавать. Это я забыл похвастаться, что я очень счастлив, что здесь в гостях, но вообще преподаватель школы не игрового кино, а школы документального кино и театра. Вот, хотя пишу только игровые сценарии, так что ладно. В общем, так вот, к чему я говорю? Потому что у меня есть подозрение, что, к сожалению, слишком разные вы, слишком разные сложности, которые мешают вам и заставляют задаваться одной и той же, казалось бы, загадкой. Как мне быть, как мне рассказать историю, которая мне будет нравиться, как мне найти, и так далее, святые вопросы. Вот. Поэтому я буду сейчас вам рассказывать про... Я так решил сделать, расскажу вам про малости, про три малости. Вот. И даже если я буду про них подробно рассказывать, то будете всегда думать, это малость. Это все так очень подробно рассказывать про малость. Это все малость, которая равна какому-то одному слову. Первое слово будет «время». Вот. Начну с времени. Поскольку времени у нас еще много, это было шутка, то начну я с времени. В кинематографе мы имеем дело со временем, как и всегда, когда мы что-либо придумываем и думаем про людей, которые, допустим, живут, и про них какая-то история. И одновременно мы думаем про нас, людей, которые смотрят и воспринимают, и про субъективное время зрителя. Но кинематограф
Это такое из искусств, где очень буквальным и таким, ну, зримым является объективное, сплошное, реальное время зрелища. Вы всегда можете предметно ощутить то, что ваше кино состоит из подряд идущих мгновений. Если 24 или 25 мгновений вместе так делают, то в этот момент у вас будет такой маленький атом кино. Были кадрики, бац, все, появилось движение. И из этого складываются секунды, минуты, из этого складывается сплошной хронометраж всего, что произойдет. И это значит, что каким бы ни был фильм, который вы решили в итоге сделать, он всегда будет фильм, который работает, кроме всего прочего, с реальным временем. Потому что мы в реальном времени смотрим то, что вы показываете. Мне хочется делать оговорки. На самом деле, конечно, не в реальном времени. На самом деле, субъективное время есть то, зрители, есть то настоящее время, самое-пресамое. Но если вы делаете оговорки, я ничего не смогу до конца рассказать, будет ужасно. А, я придумал. Вы зададите мне вопрос. Когда вы все-все-все закончим, вы зададите мне какие-нибудь вопросы. Вот, собственно, такой план. Очень удовольствие. Поэтому буду без оговорок. Реальное время – это то, из чего состоит ваш фильм. И каждая сцена вашего фильма состоит из сплошного реального времени. Возможно, она монтажно рассказана иначе. Возможно, она монтажно пробует нам повествовательно передать ощущение другого времени, иного, более сжатого или прокомментировано в параллельном своем течении. Всякие злые хитрости изобретены в кино. Мы знаем с вами это как зрители по себе, когда смотрим интересные фильмы. Но, может быть, будет правильно сказать, что та единица, из которой состоит то, что вам предстоит рассказывать, придумывать, показывать, снимать, это куски реального времени. Это значит, что если вы хотели бы ничего не придумывать, а проверить, что такое на самом деле эти, азбука этой драматургии, это значит, вам, наверное, надо попробовать вокруг себя, вокруг вас, в вашей памяти, в вашей фантазии, в вашем мире, в реальности вокруг, поискать кусочки, слитные куски времени, в которых что-то меняется. Такая странная маленькая игра. Но я думаю, что все полезное, что я, мне кажется, мог бы вам сказать, это предложить вам на память, для памяти вашей, какой-то ряд игр, в которых я хотел бы, чтобы вы поиграли каждый с собой или друг с другом. И, может быть, самая простая, потому что она самая буквальная игра, в то, как не нуждаться в сценаристе, это попробовать сделать библиотеку наблюдений, маленькую вашу библиотеку наблюдений за событиями, которые случаются в сплошном идущем времени. Проверьте, сколько времени надо для того, чтобы что-то произошло. Если вы представите себе такое самоограничение, что вы существуете в режиме однокадрового внимания, вы без склейки существуете
в пространстве, в единстве пространства, в единстве времени, единстве действия, азбучных, классических компонентов истинной драмы, и вы способны через, прожив вместе с событием какое-то небольшое время, заметить, что что-то поменялось. Вот, собственно, это очень хорошая, веселая игра. А можем ли мы с вами, попробуем с вами привести примеры? Мне кажется, что сразу все станет сложнее, если так мы сделаем. Какие есть события, которые могут произойти, большие, важные, которые могли бы быть, ну, чем-то, что могло бы быть, например, началом какой-нибудь истории? Вообще, не в вашей жизни, а вообще в какой-то жизни. Какие бывают такие замечательные события? Смерть. Ужасные события. Случается, всегда является событием. А на что? И я хочу вам предложить вашу личную игру. Может и не сейчас, но попробуйте сделать, ну, такую, свой набор ваших личных наблюдений. Никого не убивайте, пусть у вас все будут живы, и вы обязательно тоже. Это условие. Хорошо. Хорошо, тогда ладно. Но вам надо попробовать найти в Москве, далеко не уезжайте, если нет планов по вашей жизни таких, стать свидетелем. А я надеюсь, что вы не станете свидетелем смерти, потому что смерть, особенно, она или сокровенна и не разрешает кому-то лезть, если ты только не оператор в игровом кинематографе, где все понарошку, или она нечаянная, и тут как бы, ну, даже на своих площадках она иногда, так и не случается, когда вы все ее ждете, а случается... Короче, я не думаю, что вы станете свидетелем смерти, мне кажется, так только интересно. Но я хочу, чтобы вы попробовали стать охотником за слитными кусками времени, которых вы смогли бы, пусть опосредованно, пусть через, ну, как бы, дистанцию от этой точки мгновения события, но увидеть что-то, что могло бы стать как бы кадром о смерти, кадром события, кадром, в котором что-то происходит, что случается, и это могло бы стать для вас, как для строгого к себе автора, вашим личным, внутренним только каком-то, как просто счете, я надеюсь, что он щадящий. Начало истории, которую мы понимаем, случилась смерть. Смерть случилась. И это очень приятно, ну, неприятно, это очень хорошее задание, потому что оно может вам, ну, знаете, Яндекс.Карты, там, например, вы можете высветить, только аптеки вам покажут, или только банкоматы, или только кафе, которые работают именно сейчас, и там еще есть завтраки. Например, вам нужно сделать вашу мысленную Яндекс.Карту, Яндекс.Смерть, чтобы вы посмотрели на город Москва в текущую неделю, зная то, что вы знаете о жизни. И если вы чего-то не знаете, то попробовав это, не тратить много времени, узнать, это значит чуточку совсем узнать, попробуйте найти адреса, ну, как места, в которых вы имеете возможность в этой реальности, в этой ситуации, не нарушая чужую интимность, стать свидетелем. Вы меня простите за такое предложение. Главное, может, этого не делать. Просто вдруг кто-то вокруг нас примерил на себя, а если бы мне сказали такое задание, что-то себе придумал, вот я хотел бы, чтобы вы, ну, на мгновение представили себе, что задание ваше. А вы как хотите. Вы как хотите. Задание хорошее.
Очень интересное. Не задание, я не буду спрашивать, я просто думаю, вот как же здорово все такое попробовать сделать. Я смотрел фильмы разной длины, я смотрел фильмы очень длинные, я смотрел фильмы очень маленькие, а я кино в своей жизни смотрел, хоть можете даже много, но случайно, все, что я видел, почти все. А я смотрел случайно, потому что вот так получилось, что я все смотрел случайно. А я к тому, что мои личные зрительские контрастные рекорды, они случайны. Я вот знаю, что есть фильмы меньше, есть альманах пятисекундных анимационных фильмов или односекундных, я забыл, простите, есть фильмы длиной больше суток. Самый длинный фильм, который я смотрел, был фильм, который шел 5,5 часов. Это фильм, который я честно смотрел подряд. Фильм, который шел 8 часов, я нечестно посмотрел. Я уходил в промежутки, которого не было. Промежутку вот я сделал промежутку. И в конце я что-то там перестал понимать. И не понял фильм. А самый короткий, наверное, фильм был... Наверное, он был минута с... Нет, он был меньше минуты, полминуты с титрами. Он был фильм документальный, назывался «Лыжню». Когда-то давно показывали его на фестивале кинотеатра «Док». Я все думал, что же это такое? Я сейчас его заспойлерю. Там лес, и едет человек на лыжах, а дальше кто-то говорит «Лыжню!». Он так шагнулся, как мимо него промчался, мы даже не увидели, все, кончился фильм. Очень маленький фильм. Ну все, хватило, он закончился. А фильм, который шел 5,5 часов, был фильм нашего с вами современника, тоже современника, Лава Диаса, мудреца с такими волосами, из Филиппин, вот он снимает длинные фильмы такие. И я пошел его смотреть, потому что я был в другом городе, и некуда было идти, и я думал, что, ну, зато я посмотрю фильм, который идет 5,5 часов. И я понял, что со мной происходит странная, странная для меня штука. Я смотрел, и мне было очень разочаровывающе, скучно. Это был первый час, потому что там просто происходили события. Ну, просто вот они ходили, жили, разговаривали. Вот такая была простая, ужасно простая, нормальная такая история. И я как-то подумал, ну ладно. Дальше просто буду сидеть и дальше смотреть. И так дальше произошло. И потом мне надо было... Я услышал, что смс-ка пришла, и я думал, сейчас я ее прочитаю. И я не мог ее прочитать еще очень долго, потому что я не мог оторваться от экрана. А он все шел и шел. И там просто происходили события. Просто происходили и происходили. Как, знаете, товарный поезд идет. Очень интенсивно, очень такой настоящий поезд, но он такой длинный, такой поезд. Вот такая же история. Я не мог оторваться от этого. И потом я все-таки сделал свои усилия. Я думал, нет, сейчас я сделаю свои усилия. Я посмотрю на эту смс-ку и перевел взгляд в телефон, открыл смс-ку короткую, что сейчас я напишу быстрый ответ. И я дописывал ответ вслепую, посмотрел на экран снова, мне очень хотелось. И я поймал момент, когда один персонаж другого разбивал голову камнем. И потом склейка, знаете, жуткий был момент, потому что я понял, что если бы я не вслепую дописал эту смс-ку, я бы не знал, что этому чуваку разбили голову камнем, потому что потом еще 20 все просто ходили, спрашивали, а где такой-то? А человек, который его разбил в голову камнем и закопал его, ну, я не знаю. И никто так никогда и не узнал, кроме меня, который вовремя отвел взгляд от экрана. И я к чему это говорю? Потому что нету правды в том, что у события есть свое как бы, золотое время, свое прекрасное время. Ну, потому что оно, правда, может оказаться другим. Оно может оказаться мгновением, оно может оказаться и огромным, и длинным, и быть единым.
Хотя этот фильм был не однокадровым, он был фильмом долгим, он был фильмом, сделанным из новеллы сцен, из сцен, не из новеллы. Я понял, кстати, наверное, для себя, потом думал про этот случай с СМС-кой, думал, почему же я не мог отвести взгляд от экрана? Почему же я так стал его с волнением смотреть? Я понял, что в этом, наверное, была причина, в том, что события просто происходили. Но именно поэтому, когда вдруг, иногда, в неопределенном ритме, случалось что-то такое, что ого, оно тоже очень просто происходило. Оно просто случалось, и весь вот этот мой пятичасовой, четырех с половиной часов после первого часа, вот такой просмотр, это был, ну, такой типичный случай сенсорной зависимости, потому что, который я не понимал, когда я смотрел, я не понимал, что со мной случилось. А на самом деле я просто попал в ритм рассказа, в котором вещи могли случаться тогда, когда я их не ждал. Потому что за первый час я перестал ждать, что все будет так, как я привык в кино. Это я отвлекся. А хотел я вам сказать, это, собственно, была такая длинная-длинная оговорка. Я хотел вам предложить для ваших проб один абсолютно случайный хронометраж. Может быть, я так как-то привык к этому хронометражу, потому что на наших занятиях случалось мне заниматься вербатимом. Вот здесь пришли мои товарищи, ученики бывшие, которые мы занимались вербатимом. И это работа, документальная театральная работа, связанная с записью живой речи, живой человеческой речи. Я заметил такую, такой смешной порядок, что по крайней мере, в случае с вниманием театрального зрителя, слушающего сплошную речь, слушающий монолог, может быть, какая-то единица восприятия похожа на... Пошли рецепты. 3 минуты. В 3 минутах дело. На самом деле это не 3 минуты, это какая-то условная продолжительность трека, трека на радиостанции. Это что-то похожее на то, что является обычным, привычным, преобладающим хронометражем такого рода треков, которые в обычном радиоэфире живут в ротации. Может быть, виновата радио. А может быть, радио признало какой-то закон человеческого восприятия. Не знаю. Но правда в том, то, что воспринимается как одна главка, как одна единица, оно удивительно тяготеет к вот этому объему условных 3 плюс-минус минут, вот этого условного трека. Что-то между 2.5 минуты и 4 с хвостиком, опять это уже эксцесс. К чему я это говорю? Потому что я хочу, чтобы вы не поверили мне, чтобы никто из вас, не дай бог, не запомнил бы, что я вот хочу вас всех подговаривать, делать, что каждый сцен 2-3 минуты, это было очень ужасно. Это просто к тому, что, может быть, для учебных целей, для целей просто этой игры с самим собой, было бы забавной задачей попробовать взять вот этот тупейший и возмутительный какой-то стандарт внимания, стандарт развития от того, как песня зазвучала и закончила, как какой-то такой вашу меру, вашу какую-то единицу для вашего сита. Вот. Это к тому, что, может быть, иногда какие-то более маленькие и не менее замечательные события
которые сильно-сильно не попадают в эту ячейку, может быть, вам стоит их как просто для себя в вашей памяти сберегать, в вашей личной памяти. Но для вот этой какой-то испытаний, что такое вот это, условно говоря, одно единое слитное событие, может быть, неплохая мысль. Представьте, что вы какой-то дичайший радио... диджей, который составляет, ротацию из каких-то абсолютно друг с другом не связанных вот этих треков наблюдений. И каждое какое-то событие, которое вы способны будете себе сказать, вот тут началось, и потом через сколько шел этот трек, оно закончилось. И это был один кадр. Это был одна как бы единица вот этой вашей азбуки событий. К чему я про это говорю? Потому что, может быть, если вы попробуете для себя провести такие полевые испытания, может быть, вы соберете большую вашу личную память о разнообразии, о том, что события не бывают похожи по тому, как они творятся. И, может быть, я бы очень хотел, чтобы вы попробовали развить вашу природную привычку найти, иметь, как бы, не сомневаться, если вы хотели бы поставить себе когда-нибудь однажды задачу, рассказывать вашу историю, которая, чаще всего будет суммой таких вот маленьких единиц времени. Я поступил там в институт, или я влюбился в нее, или я поссорился с дедушкой, или я провалился сквозь землю. Все это окажется или событиями, которые, строго говоря, являются какими-то очень мгновенными штуками, или, строго говоря, они, может быть, куда больше этих условных продолжительности трека происходили. Может, я очень долго сквозь землю проваливался, 10 минут выбраться не мог, потом дальше МЧС прилетел с вертолетом, не могли меня найти, потому что я был уже весь в пыли, незамеченный остался. Потом провалился, и там уже были эти карлики. Я не к тому, что это может оказаться в реальности, если попробуйте разобрать то, что является событием, оно может оказаться, чаще всего будет, событием, когда мы являемся хозяевами повествования, когда мы являемся сторителлерами, которые способны управлять временем реально. А я, как каждый из нас, способен стать хозяином времени, когда мы ведем повествование, когда мы рассказываем историю, мы уменьшаем течение времени и говорим, это случилось, когда я ушел из армии. Такое мгновение. Я ушел из армии. Только что был в армии, дальше я уже не в армии. И это случилось тогда. Здорово же. А это очень правильно. Я говорю, правильная сейчас вещь, когда начинаю рассказывать вам эту историю. Потому что в этот момент для тебя, мой зритель, рождается, мой слушатель, рождается перемена. Рождается перемена, которая творится не тогда, когда что-то случилось у тебя на глазах, а тогда, когда у тебя не было того, про что ты хочешь слушать и смотреть, а сейчас вдруг появилась, началась история. И я объявил это. Это случилось тогда, когда я ушел из армии. Но если я хотел бы это показать, если бы я хотел быть не человеком, который господин рассказа, а человек, который слуга показа, мне надо поставить это, мне надо, чтобы был, допустим, самый простой, буквальный вариант. Попробуем про него говорить. Человек, который идет в кадре, человек, которого мы видели, человек, который проживет кусок реального времени, и каким-то образом я должен адаптировать в эту абсолютно арабскую мою ситуацию, вот эту мою свободу повествования. Потому что здесь у меня будет только право показать переживания, происходящие
в мгновениях, переживания, которые должны быть в реальном времени прожиты, события, которые должны произойти. Очень мало, на самом деле, окажется реплик, которые могут быть сказаны в этом треке. И очень мало возможностей соблюсти многолинейность этой истории, потому что в каждой прекрасной истории одновременно происходит параллельно много событий. И у нас здесь не лучший для этого пример, потому что добровольная искусственная ситуация, что идет занятие, один человек говорит, остальные слушают и все такое. Но на самом деле чуть более свободной ситуации мы прекрасно бы смогли восхититься тем, как много событий может произойти одновременно. Но эти события не происходят одновременно в истории. И эти события не происходят одновременно в самоотчете зрителя, который смотрит. Может быть, если вы попробуете наблюдателем, который находит в мире вокруг себя места, в которых что-то случается. Не потому, что вы решили, пусть оно случится, а потому что оно само по себе случается. Но вы, как сказать, смогли быть удачливы, возможно, благодаря вашим представлениям правильным о том, как мир устроен, люди в нем перетерпевают драмы. Вы увидите, что они, эти драмы, состоят из маленьких трехминутных, условно говоря, единиц, и, может быть, эта память абсолютно об этой искусственной единице вас настолько надоест вам, что и так далее. Я обещал вам рассказывать про малость. Это все я говорил вам про время. Давайте расскажу вам еще немножко про время, но уже другое. Не про вот это условное время действия, про какую-то игру, которую я хотел вам предложить, искать события, которые слитно происходят в течение трех минут, искать какие-то ситуации, через которые вы можете рассказать события через вот эти некие три минуты. Есть время, которое является временем жизни. И есть время, которое является мгновением. И все это является вашими друзьями, когда вы ищете ваши истории. Потому что любые истории, которые вы делаете, они будут, скорее всего, если и не будут состоять из людей, но ощутимо для нас окажутся через человека, через персонажа, через человека, живущего, страдающего, меняющегося в связи с чем-то, о чем вы рассказываете. И человек, мы с вами уже выяснили, подтвердили, вспомнили, он смертен. И это значит, что вы всегда будете иметь дело с временем. Потому что человек существует в вот этом времени, которое однажды внезапно, его личное время прекращается, все, человек умер. И одновременно человек существует во времени истории, постоянно продолжающейся жизнь человека дублируется в времени не реальном, а времени легендарном. Когда вы живете, вы существуете в постоянно текущем, настоящем мгновении и уходят в прошлое, чаще всего невозвратимые даже памятью,
куски вот этого реального времени, вот этих условных трехминутных каких-то мгновений, событий, те, которые есть, то, ну, как мы смотрим кино. А то, что вместо этого остается, откладывается и накапливается, это легендарное время. Это жизнь вас, персонажа, которая проживается и задним числом перестраивается, пересматривается, дополняется ваш человеческий сюжет. И когда вы работаете с любой историей, вам придется иметь дело с этим противоречием. Ваши герои – это люди, жизнь которых может быть рассказана через легенду их прошлого, через легенду их судьбы. Но в то же самое время, на самом деле, эта судьба состоит из... Эта судьба является заменой, осмысленной заменой неосмысленного настоящего времени, ушедшего в никуда. Если вы попробуете делать реконструкцию событий, которые уже случились, что случится, если вы попробуете выяснять не то, что можно вспомнить, не то, что можно восстановить, а будете искать слепые зоны, те, которых нет, те, которые не сохранены в рассказе, в памяти, в переживании. Это другая игра, которую я хочу вам предложить. Игра в дырявую память. Давайте попробуем представить себе, как можно было бы в эту игру поиграть. Мне нужен доброволец, который, если вдруг что, готов. Так, еще нужен доброволец, мне одного мало. Так, отлично. Ага. Давайте проверим, как найти дырки в памяти. Вот есть девушка, ее зовут Таня, она у меня однажды имела удовольствие с ней вместе заниматься. И есть девушка, с которой я еще не знаком. Как вас зовут? Лена. Лена. Милена. Есть Милена, есть Татьяна. Вы друг друга не знаете, я думаю. Наверное. Ура! Давайте придумаем, как нам искать дырки в памяти. Ага. Давайте попробуем искать дырки в памяти друг у друга. Елена, давайте ближайшую будем искать дырку в памяти у Татьяны. Татьяна, ближайшую дырку в памяти у Елены. Нет, нет, кричите друг другу издалека. У нас экспресс-занятие. Обязательно. Одновременно. Конечно. А можно, если говорят, которые я не помню? Давайте сделаем так. Вы будете говорить момент, который вы придумали, да, как начать? Ура. Милена, а я хочу вам предложить игру, чтобы вы придумали лайфхак. Как делать, чтобы не нужно было долго думать. Попробуйте искать дырки в памяти про то, что только что у Татьяны было. Потому что Татьяна уже жила не только в большие моменты своей жизни. Татьяна жила и в этот абсолютно незначительный вечер, который забудут все его прожившие очень скоро. Да, но надо найти, что уже сейчас первое забылось. Вот, собственно, такая игра в вопросы получается, да, потому что вопрос это и есть, ну, как бы, такой, как бы, радость от дырки. Я понял, что я чего-то не знаю. О, я могу спросить. Это радостно. Я делюсь этой радостью. Получается вопрос.
И другой человек, он пробует ответить мне на этот вопрос, иногда абсолютно не зная самого ответа, но все равно пробуя. Иногда знает ответ, но говорит неправду. Иногда знает ответ и мне говорит его. Значит, другой говорит, очень интересно. И, собственно, вопрос, давайте. Татьяна, вы тогда первая? Свободная программа, да? Ну вот, да, как вы будете изучать дырки памяти Милены? А, вот ваш план, который был. Самое такое интересное, что я не помню вообще напрочь. Лет 17 на этом мотоцикл. Я помню, что я играла карта, а потом еще на доме в бане. Что было мягко. Круто. Я еще не так. Ой, я как всегда не медицинский, я набила голову. А все понимают, что если ты бегаешь, я там должна пройти голову. А теперь давайте придумаем, как найти дырку в памяти у Милены. Вы дали нам камертон, вы знаете, что дырки в памяти прямо такие бывают, они могут быть абсолютно органически объяснимыми. Амнезия, травма. А как вам нравится, как вам больше захочется? Но я бы на вашем месте вопрос какой-нибудь задавал, потому что вопросы... А? Что-что? Что говорите? Да? Сложная игра, ужасная. Нет, просто мне интересно, мне сейчас с ней хотел попустить и пытаться ага. А, и мне кажется, самое лучшее говорить одновременно. Да, потому что люди, которые говорят одновременно, они чаще всего молчат одновременно. И это очень приятно. А если вдруг кто-то из нас хотел бы предлагать вопросы свои, то я очень буду рад. Вопрос Милене и Татьяне. Татьяну сбил мотоцикл, когда ей было 13 лет. Милена не может вспомнить даже, что она не помнит. А, хорошо, нет, я могу вспомнить. Я думала, что мне нужно что-то. Нет, все это хорошие варианты. О боже. А жалко, да? Жалко. А кто еще что-то не помнит? Если кто-нибудь из вас вспомнил, что не помнит. Я не помню, например, где площадка от штатива. Я нашел штатив, который много лет который не пользовался, и площадки нет у него. Я ее сам когда-то положил, чтобы она не потерялась. Вот я и думаю, где же она может быть. У меня совсем нет памяти про это. Так странно. Вспоминаете потом? А если что-то другое, вот не амнезия от травмы, не воспоминания личном, вашем экзистенциальном опыте из прошлого, не забытый предмет, который тоже может быть связан с прошлым, потому что, скорее всего, есть какая-то причина, какая-то история из-за тем, что вот, была какая-то у вас вещь, а почему-то вы ее забыли. Чаще всего это признак какой-то интересной истории. А есть ли еще какого-то рода другие потери памяти, что-то изъяны? Ха-ха, страшный вопрос. Или что вы делали, какое блюдо вы ели третьим по счету сегодня? Ага. И замечательно, что все эти вещи, они, как сказать, не являются невозможными для вспоминания. Ну и прекрасно. Мы же хотим найти дырки,
А это значит, что когда мы найдем настоящие дырки, мы по неволе пройдем через некоторое количество радостных воспоминаний. Я вспомню, идет площадка от штатива, вы вспомните утро у бабушки и все, и так далее, и так далее. Тогда мы найдем настоящие дырки. Я хочу вам всем предложить эту маленькую игру в вопросы к памяти. Но для того, чтобы эта игра была для вас полностью полезна, я хочу, чтобы вы старались искать память, считать истинной памятью, не память легендарную, память о событии, которое как бы состоялось, а вот эти как бы бессмысленные кусочки реального времени. Может, вы поймете, что для того, чтобы до них достучаться, вам нужно спрашивать не о событии, а о обыденности. Может, вы поймете, как это странно, что для того, чтобы вернуть воспоминания человеку, который вам рассказывает, может быть, наоборот, надо спрашивать не про что-то важное с этим человеком, в памяти ему случившееся, а про дни, которые были рядом с этим тем самым днем. Может быть, о событиях, в которых герой был другой человек, живший в это время, в этом мире, в этом мирке. Может, в событиях про этого человека вдруг окажется живой та реальная, достоверная, полная деталей и пространства, и времени, просто потому, что в ней есть это течение реального времени, в котором что-то творится, вот эта вот память. И я хотел бы вам предложить считать, что когда вы ищете память, вы не ищете факты и события, а вы ищете вот это реальное время. Оно есть то, что вам нужно найти. А нужно же найти, поскольку дырки, то, собственно, дырки, они будут контуром того, что никак не вспоминается. Но чем больше вы найдете в вашей охоте на дырки того, что удастся восстановить и вспомнить, тем интереснее эти дырки станут, тем больше в них окажется смысла. И, может быть, вы попробуйте проверить, что будет, если не собирать вместе события в этой восстановленной истории. Что будет, если вместе собрать только эти как бы рамки между входом, линией отреза того места, где память исчезает, и до следующего. Вот эти точные адреса исчезнувших кусочков памяти. Что будет, если вы попробуете их только собрать? Срезки в монтаже. Не то, что вы взяли в монтаж. Представьте себе, что то, что вы ищете, это что-то, чего не сохранилось в киноархиве этого некоего несуществующего фильма. А то, что осталось только срезки, то, что было рядышком, оно сохранилось. Простите за то, что я вам предлагаю такие вычурные, бессмысленные игры, но я верю в то, что они смогут вам принести радость, а еще они смогут вам помочь больше поверить и узнать в еще одну такую важную, мне кажется, необходимую для вас, для вашей свободы от сценаристов вещь, которая называется «чужой». «Чужое», чтобы не про героя кино, которого вы так все любите наверняка, а про некое вообще такое чужое, нечто такое вообще. Что-то чужое. Вот оно еще малость после времени, про которое хочу вам отдельно рассказать.
Есть ли у вас потребность в перекурах или каких-то ужасных вещах в этом роде? Если есть, то тогда подождете немножко еще. Обещаю сделать перерыв, не дожидаясь конца-конца, а вот через минут там, 20 с хвостиком сделаю обязательно. Вот. А пока еще немножечко вас потравлю, рассказываю про чужое. Представьте себе, что каждый персонаж на свете, каждый человек, каждый кто угодно одновременно является персонажем и одновременно является героем. Вы знаете, как зрители, как авторы, какая волшебная радостная вещь. Деталь. Вот, скажем, есть какой-то человек, например, а у него есть деталь. Вот, например, вы понимаете, что человек не просто какой-то условный человек, а живой, потому что вот именно у него есть, например, наклейка с Ариком, пришитая криво. Какая-то история за этим явно стоит вручную, и она пришита на его штаны одна сзади. Ну, хорошо. Наверное, это какая-то, может, стоит за этим история. А может быть, например, у этого человека нету одного глаза, нету его. И какая-то тоже за этим стоит история. А он не пират, этот человек. Он, например, жених вашей сестры. Вот, герой вполне себе... Очень скучная история, потому что это ужасно скучный человек, который, ну что самое скучное на свете есть, работает сценаристом на телевидении, например, вообще такой какой-то жуткий мудил, бессмысленный. Одного глаза нет, сестра его любит, все так странно. Какая-то деталь, короче говоря. Вот и все, вы же ничего про это не узнаете, но вам станет как-то достовернее в этот момент. Но правда в том, что каждая маленькая хреновиночка, назовем ее деталью, она способна быть дорогой к сюжету, ну, большой, развернутой какой-то вещи. Потому что, ну, когда вы будете задавать вопросы про разные хреновиночки, выясняя память, дырки в памяти, ища, вы заметите, как много маленьких хреновичек, о которых вы спрашиваете просто, чтобы человек перестал мычать и говорить, ну да вроде на этом все и закончилось, а вы будете спрашивать, ну хорошо, а чемодан, с которым папа уходил, ты там, ты хоть помнишь, он лежал вообще обычно на антресолях, или папа с ним раньше тоже ездил и так далее, какого он был цвета, а какие сейчас эти чемоданы, короче говоря, вы будете мучиться, и для того, чтобы узнать что-то совершенно другое, будете поневоле узнавать истории, например, вещей, истории деталей, и вы заметите, что всегда будете иметь дело с историей. Каждая штучка является историей. Вот у вас синенькие штаны, а у меня черные. Я ручаюсь, что у каждых штанов из наших есть история. История своих штанов я знаю, а история ваших я не знаю, но я знаю, что она еще интереснее и трогательнее и романтичнее, чем даже история моих штанов. А можете вашу историю рассказать? Но она же более интересная, чем история моих. Пожалуйста. Если у меня только в памяти. Ну, тогда вам помогут Милена, Таня, всем тоже. А это нормально. Есть вещи, которые очень трудно хоть что-то вспомнить. Я думаю, что у меня тоже есть какие-то вещи, про которые мне будет очень трудно вспомнить. Очень. Точно что-то трудно вспомнить, но реально бывает очень трудно какие-то вещи вспомнить. Найдем такие вещи. Я точно помню, что я их искала года два, потому что мне очень сложно выбрать джинсы. Так. И уже года три я их не могу поменять. Хорошо. История. Это история. Потому что все, что вы рассказываете, оно является, ну, как бы, обещанием времени. Оно является обещанием
моментов, в которые вы встретили эти джинсы, которые встречали не те джинсы, уже искали их, значит, встречали не те джинсы по дороге. И это было много встреч, а однажды встретили те джинсы. А еще это мгновение, когда вы не можете поменять эти джинсы, значит, может, появляются какие-то другие джинсы, может, они мелькают в Инстаграме, может, они случаются в разговорах с кем-то, у кого еще есть какие-то джинсы, вы думаете, а может быть, но вы не меняете ваши, а может, даже в магазин заходили. Ага, ага, ну это очень романтично. И есть будущее, и мы еще не знаем, но мы можем следить дальше за историей этих джинсов. И с ними наверняка случится какая-то история. Скажите, а вот вы как заботитесь о ваших джинсах? Что вы делаете для того, чтобы они могли радовать вас дальше, а не заляпались краской, не разорвали бы их кабаны или кто-то у нас там с колючей проволокой, не знаю, там? С кабанами не сталкиваюсь. Хорошо. У нас грязь в Нальчике. Нальчике грязно? Ну, в январе я была там, да, и мы залезали на водопад. И там было очень много грязи, что мы просто руками по земле царапались, потому что, ну, ты просто уезжаешь на грязь. Да стираю. Просто стираю. Ну, и эта история не история Нальчика, возможно, история не про джинсы, а история, в которых эти джинсы есть, в которой они живут. И это прекрасно. Потому что там, где история с ними не творится, они все равно есть. Просто они спят на вас, синичи, мучаясь от грязи на водопаде, они спят. И, в общем-то, каждая вещь является спящим сюжетом. Любая вещь. Мы знаем страшные истории. Когда-то, когда у меня еще была жива моя бабушка, та, с которой я провел все свое детство, она мне рассказывала, если я надевал длинный шарф, про одну тетечку, которая каталась на машине, и шарф зацепился в колесо, и она и умерла, потому что шарф ее задушил. Очень страшная история. Ну, слушайте, этот шарф тоже, наверное, однажды кто-то купил, кто-то берег, кто-то не стал выкидывать, когда грязь запачкалась. Это все вещь, которая была спящим сюжетом. Ой, а мама мне рассказывала, когда еще у меня была мама, она мне, когда я была младше, она мне рассказывала про другую тетечку, которая однажды они поехали куда-то в Среднюю Азию, они были театральными работниками. И на базаре купили там для аутентичности старую одежду, а оказалось, что там был микроб чумы, и она умерла. Мне много страшных историй рассказывали в детстве моем. Это все уже очень какая-то хорошая история, радостная, когда... Я не хочу вам рассказать страшную историю, а я просто говорю вам про это, потому что, ну, это какие-то очень простые из моей памяти истории спящих сюжетов. Какая-то чепуха, которая почему-то оказывается роковой, а она никак к тебе не относилась. Этот шарф, эти старые одежды с какой-то вышивкой хорошенькой, вот. Эти джинсы или те джинсы, они никак к нам не относятся, как бы мы к ним не относились. Они просто есть. Но они являются сюжетом, с одной стороны, потому что как-то случилось, что они стали частью нашей жизни, и нередко они окажутся, ну, реквизитом в каком-то сюжете наших человеческих отношений. Это подарок кого-то, кто нас любит, любит или любил, что еще тоже иногда интереснее. Это предмет, который мы завели себе, потому что мы хотели стать другим, чем были или чем нам кажется, что мы были. Это вещь, которая стала памятью о каком-то моменте, когда у нас с деньгами было так-то, а может, наоборот, совсем не так. И
Это вещь, которая может стать абсолютно не для текущего времени, а для ушедшего времени каким-то способом пробудить память, потому что мы поймем, о боже, на этой фотографии я в этих джинсах, а это значит, что это было точно после того, как... Ну, это уже следующая история, это как однажды, я не знаю, что должно случиться, но это возможно случится, и наверняка случится, что-то случится, и у вас будут другие любимые джинсы. Что-то случится, и тогда вам будет дико удобно, потому что будете иметь возможность датировки ваших фотографий, недатированных. И это очень интересно. А если с этими джинсами будет печальная история? Да не будет. Что вы? Это будет счастливая история. С ними, если они пережили водопад, то все будет хорошо. Ну вот, а каждая вещь является спящим сюжетом. Это было лишь отступление, хотя я хотел тоже про это рассказать. Слушайте, а может я возьму, да и просто, чтобы не только у вас были скучные, стрёмные, труднопонятные задания, а пусть у вас будет упражнение, не знаю, как назвать, игры, а пусть у вас будет одна радостная игра. Попробуйте поискать вещи с сюжетом в вашей жизни, как бы признать сюжет вещей, с которыми вы живете, и попробуйте, может быть, найти сюжеты у вещей, которые вам кажутся абсолютно не сюжетными. Ну, никакими. Прямо совсем никакими. Потому что иногда самая какая-то никакая вещь, она является здесь чудесной дорогой в какую-то историю. Это, я обещал вам, что буду рассказывать про чужое, и это очень далекое отступление, но как и история про поиск дырок в памяти, точно так же вот это, в общем-то, очень конкретная, очень утилитарная задача искать спящие сюжеты, искать вещи, детали, исследовать вещи простые, скучные, обычные вокруг вас, она заставляет вас переходить границу и становиться другим. Вы не будете становиться другим, вы будете всегда оставаться собой, но вы не сможете ничего узнать, если вы не спросите, кого бы вы ни спрашивали. И, может, вам придется спрашивать о чем-то себя. Потому что для того, чтобы что-то узнать, самое интересное – это искать не то, что вы знаете, не подтверждать то, что вы знаете, а попробовать найти то, что вы не знаете. Попробовать и в том, что является вашей памятью, вашим знанием, вашим опытом, попробовать искать то, что вы не знаете, об этом спрашивать вещи свои, об этом спрашивать вашу память, об этом спрашивать сюжет вашей жизни. Но я говорю и... Так, это, внимание, я предложил вам еще поиграть в игру про такое интервьюирование вещей. Как бы задавать вопросы вещи. Вы можете задавать вопросы друг другу. Представьте себе, что вы задаете вопрос вещи. Это можно делать очень по-разному. Можно задавать вопросы, например, вот этому креслу. Почему оно здесь стоит? Но кресло не ответит. Но если вы заморочились, обязательно узнаете. Обязательно. Ну, правда. Потому что кто же его поставил? Было же время, когда оно стояло в другом месте. Было время, когда оно стояло еще где-то. Было время, когда на нем кто-то сидел. Было время, когда разные мизансцены оно участвовало. А сейчас оно стоит где-то там, и никому оно не нужно, если не будет какого-то человека, который именно сюда почему-то захочет сесть. И это тоже очень интересно, потому что каждая вещь, которая имеет какую-то свою причину быть, и вообще, не только вообще быть, откуда взялись штаны. Как вас зовут? Саша.
И я тоже, Саша. Как у нас, Саша, подберутся штаны. Но еще и вещь, которая ну, существует вот именно здесь, именно сейчас, именно так. У нее есть всегда какая-то причина. Какая-то причина есть у каждой вещи, даже абсолютно серийной. Есть какая-то причина даже у одноразовой маски. У меня есть одноразовая маска, я не знаю, куда ее деть, скорее всего, я ее уже выкинул. Я потом возьму еще в сумке, есть еще запасная. Я ее надену, я ее не буду помнить, они из одной толстой такой пачки. Но они все являются ну, какой-то все равно настоящей частью того, что со мной происходит. И если я попробую по какой-либо причине ну, заметить это существование, заметить дорогу присутствия этого предмета, скорее всего, это станет еще и ключом к каким-то ну, как бы кадрам из моей жизни, каким-то мизансценам, каким-то портретным моим состоянием. Потому что маска – это вещь, которая иногда является тем, что живет у тебя в кармане, иногда это вещь, которая меняет твое лицо, иногда это вещь, которая ну, как бы, формирует твою сейчас социальную ну, как бы ситуацию. Ты едешь в метро, или ты пришел туда, где надо носить маску, и снял ее, потому что вроде как можно, и так далее. Но еще, когда вы смотрите на ну, вещь, которая существует в каком-то пространстве, и у нее есть предыстория, как она заняла это место, как она заняла место в пространстве, она же является и дорогой к изменению мира. Вы можете представить себе, вот вы знаете сейчас, что тут стоит стул, вы знаете сейчас, что там лежит сугроб, вы знаете, что в этой комнате задернуты шторы. И если вы попробуете для себя с полнейшей какой-то зависимостью от того, как эта жизнь, вещи творилась до сих пор, как эта вещь пришла к нынешнему статус-кво, если вы попробуете сделать исследование этого статус-кво, полностью доверяя тому, что не вы придумываете сейчас этот статус-кво, а вы узнаете его случившееся, вы справедливо преувеличиваете важность того, что этот штатив стоит двумя ногами сюда, а одной туда. Каждая мелочь является частью какой-то мизансцены, каждая мелочь является поступком какого-то человека. Но если вы попробуете представить себе, что могло бы быть, если бы, например, эта деталь проснулась, что могло бы случиться для того, чтобы она стала важной? Что могло бы случиться для того, чтобы этот стул заняли? Что могло бы случиться для того, чтобы эти штаны там, поменяли свое существование в жизни моей или Сашиной и так далее? Но если вы попробуете делать это исследование возможностей по тем же законам, по которым вы делали исследование существующего положения вещей, тогда я верю в то, что вы не убежите в мир, которого нет, а вы найдете возможный мир, которого тоже нет, но он мог бы быть. Потому что все, что вы знаете о настоящем мире, оно соблюдается в том мире, в другом. Только есть какое-то маленькое отличие. И за этим отличием лежит злая свобода игрового кино, где вы можете не придумывать, что случилось, а вы можете выбирать в вариантах возможностей. Но это все варианты существующих возможностей. Даже если вы рассказываете историю про мир, в котором вместо в котором альтернативное будущее, в котором там, неандертальцы съели всех хромандионцев, или я не знаю, какие еще будут альтернативные будущего вида, мы все дышим азотом, а кислорода окисляемся, начинаем стареть и умирать, хотя это, наверное, не совсем альтернативно, что такое происходит у нас тоже. Но, короче, я почему? Потому что, каким бы ни был фантастическим, казалось бы, набор этих допущений, но они все являются
вариантами, вероятностями. И когда вы меняете их, вы не придумываете, вы совершаете вашу навигацию по возможностям будущего сюжета. И чем больше вы будете иметь в виду того, что на самом деле могло бы быть в мире этих абсолютно, допустим, вымышленных персонажей и вымышленных предметов, тем больше настоящая жизнь этого мира, не придуманная вами, а просто существующая, станет вашим союзником, потому что она будет придумывать за вас. Ведь эти вещи, они сами помогают придумывать свою судьбу. Этот стул легче, и он выглядит так, поэтому он стоит здесь. Это кресло тяжелое и более дорогое, его меньше, поэтому оно стоит там. Какие-то вещи очень фактические, очень простые. Они так, связаны с деньгами, они связаны с весом, с удобством. Человек, который несет этот стул и тот стул, это будут люди, проходящие разный путь, один тот же путь, проходящий по-разному. Все это является правдой. Все это является тем, что способно при необходимости стать для вас фактурой, заполняющей и разрешающей жить в реальном времени тому, что творится у вас. И все это способно быть дорогой к изменению не деталей, а сюжета. Не обязательно потому, что именно этот стул должен оказаться тем, который... Дальше сюжет из «Доктора Хауса». Именно он оказался тем, от которого выделили радиоактивную тряпку. О боже! А мы-то думали, что это у нас была аллергия. Оказывается, тут такая же жесть. Простите, это шутка. Был такой старый сериал «Доктор Хаус». Я вспомнил просто там. Иногда медицинские сюжеты – это прекрасный пример истории вещей. Медицинские сюжеты иногда являются замечательными примерами того, как маленькие бессмысленные вещи меняют судьбу людей, как и экологические ситуации, как и медицинские. Все это история рока, потому что рок – это что-то, что существует по своему какому-то абсолютному закону, и однажды, если этот закон каким-то образом задел человеческую судьбу, человеческая судьба может ужасно сильно поменяться. А руку это абсолютно по барабану. Чумной бактерии по барабану, мировой экономики по барабану, эрозии почв по барабану, пыльные бури, которая снесла всю почву и пришлось всем переселяться. Им по барабану. Это рок. Божеству по барабану, там, войне по барабану. Это величественно. Очень именно потому, что человеческая судьба меняется не от того, что тебя возненавидела богиня Гера, и теперь тебе капец. Я вся надежда на какую-нибудь другую богиню, но так-то на какую у тебя осталась тряпка на это. Нет, это такие какие-то великие мировые силы, такие как какой-нибудь вирус, который вдруг зачем-то просился лишний шип, которым реально все равно. Они не знакомы с тобой, даже если ты от них умер. Не хотели и не будут хотеть, и не извиняться. И в этом есть величественность. Это рок, вот он такой. Маленькие вещи и рок, они находятся на очень далеких полюсах друг от друга, но они очень хороший, простой по яркости и зримости пример того, как на самом деле сюжет меняется и строится из-за абсолютной правдивости существования бессмысленных вещей, бессмысленных действий, нашей зависимости от объективной правды вот этого предмета, объективной правды вот этого пространства, того, что здесь нужно было пройти 11 шагов, и только потому, что я устал, я прошел их слишком медленно и успел услышать, как она сказала ему: «Я люблю только тебя, и все, моя жизнь изменилась», и так далее, и так далее, и так далее. Все это существует не потому, что случилось событие, а потому, что
Я поздно, я рано проснулся этим утром и слишком медленно шел этим вечером. Из этой чепухи строится то, из-за чего потом поменялась судьба. И когда вы представляете себе эту, ну, как бы равноправие этой бессмысленной чепухи, создавшей значимый для судьбы человека оттенок, вы в этот момент имеете дело с настоящей, как бы, с настоящим инструментарием, который строит сюжеты наших судеб. В интервале вот, рока, ну, но я хотел вспомнить про что-то, что как раз чаще всего как-то к нам относится, имеет какое-то отношение, имеет какое-то неравнодушие, не безразличие. Это другие люди, как раз вот эти недоступные, сложные существа, которые существуют не в пространстве вот этих простых, ощутимых, понятных там, предметов, законов. И даже их тела – это такие же простые, понятные, предметные вещи, как стул или камень, или экосистема, или там, время суток и световой режим. Какие-то вещи, которые очень объективно зависят от того, как все устроено, и даже самые удивительные какие-то неожиданности, необычности. Там все эти замечательные люди, у которых там когти могут мгновенно вырастать из пальцев, и они могут сходить сквозь стены. Может быть, такие тоже есть. Но если они есть, то они точно совершенно ну, такие же простые и конкретные, и оправданные, как то, что эти стулья стоят так, а не так. Вот. А то, что никак не недоступно, это то, что внутри, в мире личности. И, к сожалению, именно этот мир является тем, что является персонажем и одновременно является героем. Тут я, пожалуй, сделаю перерыв. Надеюсь на то, что это может даже интригующее, да, даст Бог место. Короче говоря, объявляю технический перерыв, потому что вроде как должен так делать. И через 15 минут, наверное, жду вас снова, тех, кто вернется. Очень приятно.
Здесь. Ну да, да. Я уже на случай, когда я несколько рук провел, то есть это был как бы один раз, короткий такой курс, это месяц нашел. Сейчас, в принципе, что-то в этом не делалось. Но как получается, то есть если люди, как я, для конца года, то здесь регулярно встречаться с теми, кто будет ходить на занятия. Такие дела. Я, формально я консультации не вникал, если формально просто могу какой-нибудь совет коллегам, что скажу, если консультации, пойдете, что иногда может случиться в апреле, менее вероятно бывает, если спросите, но я думаю, что не знаю, не вовремя читать, значит, может, по этому предыдущему. Спасибо. До свидания. Приходите и пишите. Лена, ходи в школу за линию. Короче говоря, не носите длинный шарф, бабушка ничего не делает. Это не персонал. А мне хотелось спросить, что-то. Что в этой ситуации больше даете, даете, если люди, как-то менталисты работают с чем-то.
Конечно, всегда смотрите сделать проще. Все. Слушайте меня. А вы здесь учитесь? А где учитесь? Удачи. Предлагал, сейчас собираюсь. Сейчас хорошая погода. Начинается удобство в том, что шастать по Москве. О, всего лишь две недели, о боже, какой кошмар. Две недели всего лучше, как это стоит. Идет. Да, скажи. Это я. О, приздоров.
не так нужно. Стесняешься. Да, очень ужасно. Нет, ты знаешь, серьезно.
Вот, друзья, под эту музыку я буду немножечко еще вам рассказывать про, не про всякую всячину, а про очень мало что. Это я поставил себе такую задачу, сказать про очень мало что. А потом еще закончить так, чтобы мы все ушли отсюда до 10 часов, потому что Наташа говорила, что будут очень страдать сотрудники института, если так не сделать. Вот, не знаю, жалко. Я решил, что обязательно. А еще я обещал Наташе, что всякие вопросы. Слушайте, я придумал, а давайте я сейчас скажу вам, а спросите меня, что хотите. И так мы спасемся от ситуации, когда вы хотели что-то сказать, спросите, а не успели. Я в вашем распоряжении, спросите, а потом я обязательно еще. Если у вас есть какие-то размышления по поводу жанра, вот я сейчас смотрю, шесть, да, вы написали. Мне интересно, в каком моменте вы вот эту интонацию поэтическую, вы ее сразу понимали, или это в процессе так получилось, или вообще что-то у вас жало. Что это про это, чтобы вы говорили, опыт помогается в этом? Ага. А давайте я наберу вопросы, потому что вдруг, мало ли, окажется, что можно как бы комплектно отвечать. Есть у вас какие-то вопросы, которые, может быть, связаны с чем-то практическим, что вам может помочь в ваших? А я вам обязательно расскажу про жанр этого всего вообще. Я хотел спросить, по упражнению по снэпу, вы говорили, что найти карту якорь соцсетей. Да. А что практически? Хорошо. Или там, где происходит убийство. Хорошо. Спасибо вам большое еще за вопрос. Как вас зовут? Дима. Очень приятно. Вот мы с Димой вам сейчас и ответим. И давайте еще какой-нибудь вопрос. Просто если у кого-то есть, это я так забегаю вперед, потому что. Ага. Вы вот раньше говорили про ситуацию, когда у человека, допустим, нет глаза. Девушка от него уходит, и зритель такой думает, наверное, она от него ушла, потому что вот какой-то, непостандартный красоты, грубо говоря. Или наоборот, не ушла, а осталась, и все такие, наверное, она осталась, потому что, да, ей жалко его. А вот хочется, чтобы этот глаз ушел, и вот мне интересно, как сделать так, чтобы просто человек без глаза, без руки и все остальное не был человеком с историей, а был просто человеком. Там как бы разница в том, что история объективна всегда будет, но это не значит, что вы обязательно должны ее открывать. Вы обязательно должны ее учитывать. Вам стоит для себя хотя бы предполагать, вот, что за причина, и если вот у него нету, то хорошо бы по возможности знали, почему. А вот использовать что бы то ни было, даже не увечья, а просто наоборот, уже третий класс, третий класс будет тоже читать увечья. Например, джинсы, вот наши, Саша, даже такой, не увечья, наоборот, что-то прекрасное, что у вас есть. Не надо обязательно использовать, не требуется обязательно использовать. Просто оно такое, и огромная разница между персонажем, вот этой сестрой, которая выходит замуж за одноглазого скучного сценариста,
телевизионного, или ваша героиня, которая выбирает между одноглазым чуваком и, возможно, там, двуглазым чуваком, особенность, разница, к сожалению, в том, что мы сейчас их всех видим и думаем, о боже, а какие где твой глаз? Точно тебе нет, я сейчас хочу присмотреться, там стекляшка или что-то. А, о боже, это у актера так, или это какой-то грим? А, ни хрена себе, о боже, ну, это же сейчас наверняка будет как-то с этим связано что-то. А жесть-то в том, что в жизни люди, которые, они, скорее всего, забыли. Она забыла о том, что у нее нет глаза. Он иногда помнит, а кто-то не помнит, они реально про это забыли. Это, знаете, какие-то есть прекрасные люди, которые разговаривают, у них каша на щеке. И они сами это не знают. И, в принципе, иногда, может быть, никто и не заметит. А ну, каша на щеке. Потому что ты чем-то очень-очень занят сейчас. Ты очень вовлечен во что-то. И эта вовлеченность, она оправдание того, какой ты, потому что это вообще не важно. Ты перестаешь быть некрасивым, когда ты чем-то вовлечен во что-то, вовлечен чем-то занят. Ты перестаешь быть недостоверным, если ты очень чем-то занят, очень во что-то вовлечен. Ты перестаешь быть человеком, которого камера, которого смотрит, не игровая или даже игровая. Это ну, такой простой ну, такой ответ, который не помогает вам, потому что вы все равно будете иметь дело со зрителем, который будет, о боже, это грим, правда, там у него глаз, о боже. И так пропустит время, но это такая чепуха, потому что я не знаю, сколько времени будет занимать ваш фильм, но даже если будет 2 минуты, то я верю в то, что когда вы поймете, что они чем-то заняты, и эта девушка не втыкает вообще столько в глаз, вот, ничего не будет иметь значения. Я смотрел на фестивале «Артфест» сейчас фильм, там один человек был почти слепой, другой был одноглазый. Я просто вспоминаю это кино, потому что это самый недавний случай, когда я был этим занят, я всматривался на экране в глаза персонажей, думаю, там бельмо, или это все-таки не бельмо, да, бельмо, ага. И вы знаете, там были сцены, где он и его друзья, где он и документалист, там таким приоткрытым способом сделал фильм, с таким монологом в камеру, если вдруг кто-то почему-то захочет смотреть, назывался «На улице ночь» такое кино было хорошее. Но там были диалоги с девушкой, героем. Потом они поженились в кадре, там, спустя полгода, ну, слежение за их судьбой. И я точно скажу вам по своей зрительской памяти, что вот где вообще герой ни разу не говорил про свою одноглазость и вообще как-то это не было заметно, это вот именно в этих сценах с девушкой. Там ну, как-то вел себя по-другому, и камера переставала как-то так стараться показывать, там, боже, глаз-то один, потому что камера старалась показать, что болит. Вот, так что, если у вас про любовь эта история, это прекрасный способ здесь не отвлечь на какую-то историю, а наоборот, показать, что ну, мир может быть прекрасен тем, что он не типажен, и тем, что какие-то вещи, которые вроде бы обещают сюжет, они никак не раскроются, потому что вот так устроен мир, это очень здорово, мне нравится, что это так. Это интересно. Верю, это такой длинный ответ на ваш вопрос. А сейчас я вам скажу про жанр. Я думаю, что ну, вообще ну, жанр – это, может быть, это не столько то, как мир какой-то, в котором вы рассказываете вашу историю, устроен. Но вот в этом мире, например, обязательно все принцессы должны быть или красивые, или бледные с черными когтями. Два варианта, или там Золушка максимум. А в этом мире, например, обязательно, если кто-то начинает стрелять, то
мы не думаем про то, а можно ли ему это вообще делать с точки зрения правовой, а как он так ловко это все делает, как у него не кончаются патроны, а как он вообще, душа потом болеть не будет ли, а о боже, а куда потом деть все эти трупы и так далее. А как он говорит, что ничего этого не будем делать, а искренне будем думать, так, попал, попал, ура, ура, вот, не сомневались, еще раз попал, ты победи уже дальше. Мы будем в такие вещи думать. Это, ну, как бы, миры разные, с этими какими-то разными правами существовать, с разной степенью условий. На самом деле, конечно, это, ну, меняется не мир, а мы меняемся. Этот фильм жанровый, он ну, начинает нам свой рассказ, он продолжает нам свой рассказ так, чтобы дать какой-то ритм, дать, чтобы какое-то ощущение того, что здесь ты имеешь право ждать того, что сейчас что-то случится, и это будет случаться. Ты имеешь право здесь на то, что если сейчас будет что-то неприятное, после этого будет какая-то очень быстрая награда, ты не успеешь пострадать. Ты имеешь здесь гарантию того, что если случается беда, то дальше это принесет радость и удовольствие тебе, зрителю, а не им, этим героям. И так далее, и так далее. То есть жанр – это то, как вы ну, решили уговорить зрителя переживать происходящее. И это переживание, оно начинается с ритма того, насколько вы и как именно удовлетворяете, строите и удовлетворяете, ну, оправдываете ритмические ожидания вашего зрителя. Ваш зритель начинает смотреть, и он пришел из этого ну, мира условных вот этих трехминутных треков, когда он понимает, что там, терпеть и ждать, пока событие случится, 3 минуты – это нормально, потому что, в принципе, как-то же мы слушаем радио, ничего. И, в общем, если вы ну, обеспечиваете, как бы оправдываете это ритмическое ну, удовлетворение, то в этот момент вы начинаете строить жанр тот или другой. И вот. А в том, про что вы спрашиваете, в случае, я вот, имел удовольствие работать с режиссером, который был тогда дебютант. Это был человек с там, кинематографическим опытом, но который не снимал никогда полнометражные фильмы. Вот, он снимал маленькие видео, когда мы там, ресерчем занимались. Он снимал что-то, и я понимал, что ну, вот какое-то очень для меня странное, и, там, и я понимаю, что не потому симпатичное, что вообще вот симпатичное, мне там нравится, а потому что, ну, что это его какая-то личная органика, так видеть как-то мир, что это не в том, как он как бы, хочет, как он фильм сделает, как он придумает, а ну, вот он правда так видит мир, потому что когда там, мы ходим по гаражам, он что-нибудь снимает на улице, но вот он с каким-то таким, как бы, и вроде бы недоигранным, но при этом, когда присмотришься, более каким-то уже свежим, чем, если он более яркий юмор, вот все видит такой вот, вот человек, с которым я работал, и я хотел, как сценарист, чтобы фильм, который человек сделает, чтобы я своей задачей верю в то, что моя задача – это помочь ему сделать фильм таким по духу, который его какой-то дух, его видение, его какая-то там ноты. И вот такая была задача, поэтому здесь она была первой, а все, что имеет какие-то жанровые там побочки – это побочки, которые случились. Но главная была задача, и очень хотела, старался, чтобы так, как мог, чтобы это был его фильм. Вот этого именно человека, то, как он видит мир, что, вот, чтобы сценарий ну, как можно ближе к этому был. Вот.
А теперь вы с Дивой про Яндекс смерть поговорим. Я думаю, что самый лучший способ – это попробовать вспомнить вашу личную память. Про смерть прошу прощения. Это просто для учебного примера. Вместо того, чтобы сказать, например, арбуз, например, встреча с арбузом, это не так просто встретить арбуз, а тем более настоящий какой-то вдруг внезапный арбуз. Это так почти сложно, как смерть встретить арбуз, ну, по крайней мере, сейчас, в апреле месяце, когда еще массовых арбузов еще не случилось. Это шучу про арбуз. Ну, просто к тому, что это могла быть совершенно другая вещь. Там, не знаю, не смерть, а какое-то другое событие, там, любовь, там, не знаю. Нищета, там, переезд, там, рождение ребенка, там, уход к другому человеку. Куча есть вещей, которые являются, ну, такими обычными сюжетостроительными и абсолютно при этом правдивыми такими поворотами, переменами, какими-то вещами, которые иногда могут быть, конечно, увидены через там, трехминутное слитное переживание, наблюдение, но они при этом способны быть и ну, как бы какой-то ну, такой нотой, которая весь, всю вашу историю будет гудеть, вся эта история будет ну, как бы продиктована тем, что что-то случилось. Вот, там, кто-то от кого-то ушел, и вся эта история, что бы дальше с ней не происходило, может, они в Нальчик вообще поехали, может, они по водопаду лазали, может, они штатив свой нашли, может, все что угодно, все равно у вас будет все время фонить вот этот вот эхо какого-то события большого, изменяющего. Может, оно так и не будет прожито вообще, это событие. И ничего страшного. Оно такое большое, что оно не будет прожито. И поэтому мы говорим сейчас про какие-то большие события не потому, что надо их обязательно уменьшить до этих каких-то трехминутных мгновений, а просто потому, что интересно почувствовать их ну, масштабность, их огромность. Если попробовать, вопреки этой огромности, найти такое трехминутное слитное наблюдение, которое было бы ну, близко к пределу того, как можно это событие через эти три минуты слитного переживания показать, отразить. Вот. Я думаю, что самый здесь хороший способ искать – это начать с ну, как бы ваш личный маршрут. Вот есть вы. Как вас зовут? Очень приятно. Я Саша. Вот есть ваш Андрей, я, ваш Дима, меня Саша. Каждый из нас есть наш личный маршрут. Каждый из нас ограничивает маршруты Москвой, потому что мы в ней находимся, в ней были ее упражнения. Мы современники. Давайте возьмем какой-то отрезок нашего времени, когда Москва не ну, изменилась, но не очень сильно. Черт с Москвой в этом случае, когда мы не очень сильно изменились, более-менее нынешние каждый из нас. Не я детский, не я там, подросток, а какой-то я нынешний. Не я будущий какой-то, а я нынешний, более-менее нынешний. Потому что, скорее всего, моя память будет, ну, будет больше мне помогать сейчас нынешнему, сегодняшнему, что-то ну, применить из того, что я вспомнил. И мне надо вспомнить, стараясь при этом искать адреса этих пространств, где было в моей жизни что-то, что более-менее могло бы быть вот такими как, три минуты рядом, рядом со смертью, три минуты рядом с чьей-то смертью. Я пытаюсь вспомнить, и я понимаю, что у меня, к сожалению, есть как бы абсолютно буквальное, там, что вспомнить. Но если бы этого не было, были бы другие. Какой-то момент, когда я проснулся там, в 6 утра, потому что из реанимации, где бабушка уже там, второй день лежала, позвонил врач, такой, на него, похоже, был приятный парень, и сказал, что вот значит, ваша бабушка скончалась, его уже. Я спросил, что, а как она умерла, что, сказал, острая смерть,
сказал же. Соболезную, и дальше я, в общем, все. И такой, в принципе, это было не больше 3 минут разговор. Это было такое утро в очень солнечной постели. Окно было восточное в той комнате, где тогда я жил. Или вспоминаю там похороны одного парня из нашего театра, Док, который абсолютно безвременно погиб, и я впервые в жизни оказался на мусульманских похоронах, наверное, поэтому я думаю про них, потому что было, это было странно, это было непривычно. Здесь, в Москве, в Отрадном, происходили похороны эти. И, может быть, я вспомню другие моменты. И вспомнил там морг судебно-медицинский, там коллега наша погибла тоже абсолютно в катастрофических обстоятельствах. И мы из солидарности там помогать там тело ее перевести, ездили туда. Довольно много подряд времени там провели. И это другого рода проблема, потому что находишься в таком большом как бы дворце, где все заняты каждый своими смертями, кто-то там связан с твоей ситуацией, потому что это все там одна, допустим, ситуация, когда много людей довольно одновременно внезапно погибли, но параллельно есть еще какие-то другие люди с другими сюжетами, другими судьбами, как бы чужие, параллельно, там, тут психологи все заботятся, какие-то люди из МЧС, там, на руках пытаются носить родственников, а тут этих не пытаются носить, они не герои какой-то там как бы признанной истории, признанной драмы. И начинаешь думать, а где же тут, дайте вот эти вот 3 минуты. А потом начинаешь думать, вот и сейчас, например, слава богу, там, даст бог, моя бабушка, которая сейчас жива, не будет умирать, я очень на нее надеюсь и рассчитываю. Вот, в судебно-медицинский морг, не даст бог, тоже не будет поводов попадать по причинам каким-то, а так хрен ты пройдешь, там охрана и все такое. На похороны, что я, конечно, могу пойти на мусульманские похороны, но я честно скажу, не мусульманин я, не умею себя вести, не научился на тот момент. На чужие похороны какие-то могу прийти, но будет мне так, честно говоря, стыдно, что я пришел на чужие похороны. Стыдно мне будет, будет стыдно. Я могу нечаянно попасть. И я буду вспоминать все моменты, когда я в более-менее буквальном смысле оказался, ну, как бы, в мире переживания смерти, даже если это была смерть не моя собственная, а я живой. Прикиньте, это точно. И не кого-то, чья смерть мою жизнь лично меняет по-настоящему, как были случаи. А, например, эпизод какой-то. Умер друг, там, вот, умерла коллега. Вот эти ситуации. Ты попал в какой-то мир чужой судьбы. Дальше, в принципе, вполне себе бесследно оттуда вышел, вынес опыт, память, сочувствие. Но твоя жизнь не изменилась. И так далее. А есть какие-то случаи, когда ты просто стоял, видел, там, грузит кого-то, черный пакет около магазина, но это пакет не с мусором, а с человеком, и так далее, и так далее. Разные какие-то вот такие могут быть ситуации, которые ты был рядом, ты, но ты, твоя жизнь никак не поменялась. И, скорее всего, мы с вами будем говорить про искать ситуации, которые не будут иметь вот этого, ну, очень, ну, существенного параметра. Меняет эта ситуация, которая меняет мою жизнь, даже если она случилась не со мной. Но это именно вопрос тому, как обрести свидетельский опыт. Не того свидетельский, который вы потом должны давать показания по делу о убийстве чем-то или там нечаянной чем-то смерти. Нет, свидетельский, то, что вы сам были в этом пространстве, и то, что в этом мгновении, и это значит, что то, что останется с вами, это не только сам факт, это еще и куча этой бессмыслицы, которые были воздух, то, как свет жил в это время, в этом пространстве, то, как звучало оно, то, какой ритм был всего этого, то, на самом деле, какой вы были в это время, потому что
даже если вам абсолютно это все никакого не имеет к вам отношения, но вы там были настоящие, в вашей жизни что-то тоже происходило тогда, что, может, там, например, притормозилось на время каких-то этих ваших там, эксцессов, но на самом деле оно, этот сюжет был, продолжался, продолжается и сейчас продолжается. Это тоже часть этого вашего свидетельства, то, что свидетельского богатства, то, что вы, побывав в каком-то пространстве, были собой, и это было часть вашей настоящей жизни, кусочек, абсолютно вам не имеющий отношения. Так вот, поэтому и есть драгоценность в этом свидетельском опыте, потому что он на самом деле похож на работу сценариста. Сценарист, который берет вас в гости для того, чтобы показать неснятый фильм, это кто-то похожий на не человека, который делает запись фильма. Есть такая замечательная киноведческая дисциплина «Запись фильма». Человек описывает фильм, и ты читаешь так, как если бы ты этот фильм видел. Прекрасные есть мастера записи фильма. А человек, который является проводником по фильму, он находится внутри этих событий. Он, может, и никогда не виден там, но он находится внутри, и через него ты видишь и чувствуешь. Через его глаза, через его, я сейчас про сценариста. То же самое я могу говорить про оператора. Как мы говорим, сценарист и оператор – это преемники один другого. Оператор проживает фильм через камеру так, как его проживает сценарист, когда он пишет сценарий. Оператор – это сценарист, только с камерой. Он делает то же самое, что делает сценарист, и он делает то же со сценарием, просто теперь не сценарист, а оператор пишет, проживает этот фильм, помогает тебе, зрителю, побывать в этом мире. И этот мир – это не мир только событий, это мир этих сред, в которых события творятся, и поэтому ты имеешь право их ощущать и в них верить, именно потому что вместе с оператором или вот этим неким посредником, назовем его сценаристом, ты смог забыть о чем-то на самом деле существующем в этом мире и видеть что-то, что сейчас тебя искренне увлекло, зафиксировало твое внимание, заставило тебя забыть о твоем сюжете, о твоем каком-то бытии, но ты был настоящий, и поэтому, когда ты зритель, живешь вместе с этим проводником, ты способен вернуть себе обратно всю реальность этих сцен, весь объем этого фильма. И если вдруг, не дай бог, вы писали для другого человека, то, скорее всего, вам надо будет стараться и записать то, как вы живете в этом вашем вымышленном мире, так, чтобы это ощущение не исчезло для читателя, который будет читать. Оно не будет видно буквально и совершенно не будет возможно в сценарии сделать инструкцию, как именно это передать, поставить свет так, чтобы он был светился так или иначе, или сделать фонограмму, чтобы тут именно звучало как стройка где-то за кладбищем шумит. Но вы про это пишете, вы это говорите, и люди, которые ваши преемники в производстве, они это читают, и они получают вызов от вас. Вы показываете им ощутимый мир, а они уже будут это воссоздавать своим средством. И они уже будут думать и про фонограмму, и про свет, и про ракурс. Но все это делаете, проживаете впервые вы сценарист. Вот. И к чему я это говорю? Потому что если вы попробовали сделать для себя какой-то ваш на пробу каталог вашего, по такой, например, неприятной и ужасной, редкой, к счастью, теле, каталог вашего свидетельского опыта, будничного, здесь в Москве существующего, вам надо будет попробовать поискать
открытое пространство. Пространство, которое позволяют как бы быть публичными. Пространство, которое является публичным. Это значит пространство, в котором ты имеешь право находиться, если ты имеешь право в нем находиться. Но чем больше открыто это пространство, чем больше право человеческой драме происходить на чужих глазах, тем больше, наверное, эти пространства станут для вас мягко доступными. И дело не в шпионских каких-то предложениях вам, потому что шпионы как раз занимаются тем, что преодолевают препятствия и проникают в чужие паспорта, в чужие одежды, с легендами биографическими куда-то. Я не думаю, что это то, что интересно было бы вам сделать как сценаристу. Мне кажется, что самым интересным вам как сценаристу было бы как раз попробовать найти те пространства, те места, те возможные какие-то адреса случающихся предсказуемых ситуаций в жизни людей, которые могут бывать на чужих глазах, и это нормально. Честно говоря, я не знаю, что надумает Дима, но я подозреваю, что храмы, кладбища, морги. А почему про человеческую смерть только думать? То есть, это же прекрасный вопрос. Как-то тупо. Абсолютно согласен и очень рад, что это говорите. Но я хотел другую вещь дополнительно к этому сказать. Я уверен в том, что неправда не важно, умер человек или игуана умерла. Это ужасно совершенно. Трагедии, и человек может намного больше переживать. Из-за того, что умерла игуана, которая у тебя в детской живет, чем если бабушка твоя умерла, которая живет где-то там, тебе даже не сказали, уж тебе 8 лет, про игуану. Ты сама увидела его, Господи, на всю жизнь ближайшую драму. Но я правда думаю, что для вот этого вашего измерения вам стоит, может, не искать смерти людей, но искать людей среди тех, как тех, для кого эта смерть стала изменяющим в каком-то, возможно, степени жизни, событий. И в этом смысле я с вами согласен, но с этой, я не знаю, в этом смысле вы согласны со мной. Я вообще извиниться хочу, и как-то я пошутил, потому что как-то и неудачно. Про игуану? Да нет, про смерть. Слушайте, серьезно? А оказалось, да, я тоже это, конечно, запустил. Нет, это вы хорошо правильничек говорите. Я просто понял, что для меня это тоже, мы же все и боимся. Нормально. Меня просто такая лакуна оказалась какая-то, просто я туда даже и не думал. Я такой думаю, нифига я сейчас думаю, я сейчас буду что, притягивать ее, что ли? И я не хочу быть свидетелем смерти, я не хочу страдать. Но я не могу об этом теперь не думать, потому что... Пожалуйста. Простите, пожалуйста. Да нет, вы меня простите, потому что все меня, пожалуйста. О, давайте смешной про смерть. Я шла через переход, где подорваться вот этим перекрестком, и там лавочка какая есть прямо перед ним, стояла женщина, и на этой лавочке вечерний час пик лежал ребенок. Просто все вот так вот не мог сказать, что его классный вечер, а он лежит, и непонятно, он умер или он уснул, потому что он устал. Вот она нравится с таксистом и говорит, я не могу подвести, а он же тяжелый, она худенькая. Говорит, мы же игрушку потеряли, и она говорит, ему подъехать, он не может сюда подъехать. А она в итоге берет его, и я стою, и думаю, предложить ей помощь или нет, мне заворожено этим событием, что она сейчас будет делать.
И она его ремонт, он очень тяжелый, и он также продолжает то ли спать, то ли что. И несет его, куда-то несет. Я уже с другой стороны, через проезжую часть мотора, даже на него несет. Она берет, доносит таксиста, кладет в такси и куда-то уходит. И таксист остается с ребенком, который то ли спит, то ли что. А она ушла. И ну, вот это было просто странно. Я люблю такие ограниченные штуки. И долго очень думал про это. Да, это очень странная история. История про отдых. И ребенок отдыхает, и мама ушла куда-то отдыхать. Странная, страннейшая история. Но я думаю, что это хороший как раз случай, когда мы с вами можем заметить вот эту границу, что смерть, чья бы она ни была, должна быть настоящей и необратимой, и должна быть. И тогда, ну, она смерть. Потому что очень много есть прекрасных каких-то оттенков у ситуаций, и иногда, может быть, не менее интересно найти там 3 минуты про отдых, и они могут оказаться там уж точно более драматичными, не менее сложными, чем 3 минуты про смерть. Ну вот, это просто там, действительно почти случайно получилось, что мы на примере смерти про это говорим. Но я очень вам, Дима, благодарен за этот пример, потому что это, правда, такое абсолютно одно из базовых драматических обстоятельств. И, вот. И если вдруг вы поймете, что вы не хотели, то абсолютно про это не тревожьтесь. А я честно надеюсь, что, может быть, здесь как раз это как бы это такая же радостная штука, когда есть кто-то, кто что-то вроде бы должен сделать, а ты не должен. И иногда интересно попробовать сделать то, что ты не должен сделать, может даже никому не сказать, потому что попробовал сделать. Но вдруг кого-то вам будет интересно попробовать, вот я надеюсь на это. Ну да, и вот на самом деле видеть более практический образ Андрея, я думаю, что начаться анализа вашего личного опыта, посмотреть на пространство и попробовать искать по аналогии. Попробовать предположить, что опыт похожий на ваш, проживают другие люди. И, может быть, есть какие-то пространства, в которых вы имеете внутреннее этическое право быть. Вот. Я могу вам рассказать анекдот из моей жизни. Я однажды уже не первый год совсем прошел с того, как погиб дедушка мой, тот, который раньше был, чем другой дедушка. И я пошел, шел совершенно случайно мимо грузинской церкви, которая на Большой Грузинской находится. У дедушка не был грузин, но он прожил большую, важную с юности часть Тбилиси. И, сохранил свои тбилисские традиции московской своей жизни. Я подумал, я зайду в церковь и там как бы вспомнил его дедушку. Вот. Я зашел и попал на чье-то отпевание. Стоял гроб какого-то очень худого человека, моего примерно нынешнего возраста, такого очень усталого, худого. И люди какие-то собрались, грустили по нему. И потом дальше вышла старая женщина в черном платке и стала по кругу обходить церковь. И каждому человеку, кто там стоял, подходила, и каждый человек ей соболезновал. И это было так все трогательно, это все было так душераздирающе, как-то и грустно, и прекрасно, что я-то пришел по своему дедушке грустить. И мне было чувство, что как будто
я грустя еще немножко по этому совершенно незнакомому человеку в гробу, я грущу по своему дедушке. То есть я как бы со своей грустью пришел в общую какую-то грусть, но у меня было чувство, что я как бы, у меня даже мысли не было, что это чужая какая-то грусть, у меня было чувство прекрасной солидарности с ним. Потом я прочитал в новостях, состоялись похороны в Москве убитого грузинского вора в законе Андрея Сухумского, по-моему, что-то такое, блядь, я попал на поминки по какому-то вору в законе, боже мой. Это несчастная мать, вот эта маленькая женщина, очень трагическая. Вообще, я подумал, о боже, что же за ситуация такая у меня была, но оно уже случилось. Вот, в принципе, я не знаю, сколько времени проходил вот этот вот круг, церковь там не очень большая. Я думаю, что это будет вполне себе что-то будет трека, но если бы я это увидел, то я не думаю, что в этот момент что-то бы кто-то бы понимал, то какая у меня мой внутренний был сюжет, по которому я пришел. Чужие похороны, ну, случайно, в общем, такие были странные случаи, это вам никак не поможет, это просто я решил вас отвлечь от абстракций, которые, возможно, были бы куда более полезны, если бы я мог их рассказать предметно, но я попробую. Да, и еще раз к вопросу Андрея. Я думаю, что если вы попробуете считать это как первым шагом вашим, попробуйте сделать вот эти вылазки в эти места и отнестись с энтузиазмом к возможным неудачам и неточным попаданиям, и попробовать проверить, как на самом деле живут, функционируют те пространства, в которых вы пытались... Ну, как бы найти вот эти как бы пограничья смерти, вот эти как бы присутствия предсказуемые и открытые смерти в сегодняшней Москве. И, может быть, после этих каких-то ваших первых полевых испытаний вы сделаете свою новую карту, и она станет для вас более точной. Может, там вы как раз найдете ваши какие-то вот эти свидетельские опыты. И я думаю, что дай Бог, что вы одно что-то нашли, смогли бы найти одну сцену, которая случилась с вами, и она, например, была действительно тремя минутами, когда вы, ну, были вместе с кем-то, кто проживал чью-то смерть. Но я думаю при этом, что одно... еще с вами случится, и это будет для вас, я верю, драгоценно. Это встреча с тем, что вы не знаете заранее. Потому что вся эта игра, которую я вам предлагаю, она про то, как заранее знать, быть таким супер вообще Шерлоком, который заранее будет знать, что если ты придешь именно в пятницу, в 10:30 куда-нибудь, то ты тогда именно увидишь ассирийский похороны внезапно. По каким-то ассирийским обрядам. А если ты придешь туда-то, и там пройдешь, и не будешь прохламываться внутрь ветеринарной клиники, но, возможно, у морга ты встретишь кого-то, кто будет встречать свою собачку, упакованный, и так далее, и так далее. Я не думаю, что самое интересное будет не это, какая-то шерлочность, а то, как много вам потребуется как раз узнать того, что вы не предугадывали, и попробовать для себя, поскольку ваш опыт, возможно, не будет удовлетворительным и достаточным, ваш нынешний жизненный опыт, попробовать для себя расспрашивать мир, в котором мы сейчас с вами живем, где и как в тебе можно встретить, например, смерть, так, чтобы это было не... абстракция отвлеченная, не образ условный, не что-то, что абсолютно фатальным образом случилось именно со мной, и я должен ждать, пока моя судьба как-то повернется таким образом, а чтобы это было мое осознанное ощущение реального куска слитного времени, которое имеет в себе драму и единство действия. И это самые последние результативные вещи, которые
как звучат, грубо, драма, единство действий. На самом деле, просто вот, в общем, в этом и есть результат того, что начинается с этой, ну, похода в неопределенности. Что еще хочу вам сказать про чужой, про персонажей, про то, что единственное, наверное, ну, почему я не верю в то, что мы можем считать персонажа познаваемым? Потому что каждый человек является центром сюжета, ну, жизненного сюжета. Каждый человек является абсолютным центром мира, а это уникальная позиция. Только этот человек находится в той уникальной позиции, в которой он, она, это некто реален, и только остальные вероятны. Ну, то есть я вероятно реален, а вы-то, я не знаю, сейчас к кому обращаюсь, но вы-то, это точно реальный человек. Кто-то тут есть, кто является реальным человеком, а мы, возможно. И мы случились с вами, и мы исчезнем, и мы куда-то денемся, и не будем иметь значения, а будет иметь значение кто-то, кто вас ненавидит. Будет иметь значение кто-то, кто хочет вас убить. И как Яго в пьесе Шекспира, даже вроде особо не как бы показывая эту свою ненависть и свою ненависть на самом деле к этому причине, просто по какой-то замечательно бессмысленной причине начнет очень эффективно разрушать вашу жизнь. А имеет значение будет кто-то, кто вас любит и будет вас сталкерить. А имеет значение кто-то, кто вас любит и свою жизнь принесет вам в жертву и станет матерью ваших детей и бабушков, ваших правнуков от первого вашего брака. И все это очень интересно, потому что мы находимся всегда одновременно в нескольких человеческих, ну, как бы, партнерствах сюжетных. И каждое партнерство, оно на самом деле, ну, существует по-разному. Если мы попробуем представить себе, что каждый из его участников способен быть центром сюжета, чей-то сюжет окажется там мнимо более сюжетен, мнимо более интересен, и он, этот человек, кажется главным героем какой-нибудь байопика или там жанровой истории, или там еще что-нибудь. Или какой-нибудь Лоре Палмер, которая никакого не будет места в сюжете. Зато это именно ее кто-то там убил. Неважно. Но кто-то будет обязательно центром этого сюжета, а кто-то будет тоже центром сюжета. И это непримиримая, ну, как бы, последовательность. Центр есть один, один только есть герой. Но одновременно каждый персонаж является героем, даже если он не имеет сознания, даже если он не имеет личности. Он все равно является героем, потому что он, этот некий персонаж, существует, даже если вот, он в коме, к примеру. Все равно это герой. И эта позиция уникальна. Мы можем только предполагать, можем пытаться путешествовать в, ну, чужие жизненные сюжеты, пытаться представить себе через допущение, как меняется, ну, вот это вот созвездие периферийных персонажей, если бы мы попробовали посмотреть на него из некоего иного центра, не из центра того героя, которого по какой-то причине мы решили сделать нашим главным героем, с которым мы сопереживаем эту историю. Не обязательно с которым мы эту историю знаем, но за которого мы переживаем в этой истории нашего
некого временного носителя, представителя в этой истории, героя. Но если мы говорим с вами про профилактику трудных ситуаций в вашей сценарной работе, то, наверное, вам также может пригодиться вот это представление о путешествии по возможностям. Потому что я на самом деле, честно вам скажу, есть, наверное, про это путешествие привык думать с надеждой. Потому что вот здесь есть люди, с которыми мы вот, занимались в школе разбежки, к счастью, и благодарности. Вот. И я знаю, что чаще, наверное, всего та забота, которая встречается в жизни документалиста, работающего с героем, это вопрос, как быть, если этот герой не герой, как быть, если этот герой не настоящий герой. Почему я говорю про героя? Потому что в той школе, в которой я имею удовольствие постоянно вести занятия, есть довольно специфическая, на мой взгляд, такая как бы базовая система работы документалиста. Дорога через историю, дорога через мир вместе с героем. Ты должен найти человека, неважно, герой в смысле, как бы или нет, ты должен найти какого-то человека, который проживает некую жизнь, и этот человек станет как бы, причиной, по которой твоя камера идет по этому фильму. Технически они это называют «я нашла героя», или «я нашла героя, но кажется, он не герой», или «я ищу героя, но все мне что-то, они не подходят, возможно», и так далее, и так далее. Я долго переживал, потому что я думал, боже мой, какие хорошие фильмы, где этих героев нету, и так далее. Потом однажды мне стало казаться, что, может быть, есть какая-то учебная и верная причина в том, почему хорошо, что в этой школе люди учатся, хоть и снимают там настоящие фильмы, но все равно, что это учеба. Может, есть какая-то хорошая учебная оправданность в том, почему школа предлагает идти по дороге именно как бы наблюдая человека, а не наблюдая, потому что наблюдение не всегда равно вашей документальной вашему авторскому присутствию документальному и так далее, фильме, существуя вместе с человеком как бы в вашем документальном фильме, в вашей документальной съемке. Но, может быть, это какая-то верная очень опыт, верное очень предложение получить опыт через человека, через человеческое переживание, через человеческое проживание, уметь видеть идеи, темы, пространства, ситуации, все что угодно, все, что имеет право быть причиной, по которой мы хотим снимать какую-то историю, там, рассказывать о чем-то, там, что является нашим месседжем, что может на какой-то объективно навязанной нам задачей какой-то фильм снимать, но на самом деле, я подозреваю, это правда. Мы действительно только через человека сможем дать дорогу в этот мир через человека, который будет проживать что-то, страдать или там, не очень страдать, но он станет тем, что откроет нам нашу способность ощущать что-то, что происходит в этой истории, некой, любой. Так вот, я привык думать, что иногда сложность в вот этой какой-то, в этих как бы, свиданиях, в системе этих свиданий, когда ты встретился с героем, и ты должен за отрезок не очень большой времени
как бы попасть прямо в его какую-то ее историю, сюжет. Мне стало казаться, что иногда, и может быть чаще, чем иногда, эта проблема не только в том, что, может, нас приводит в какую-то, к какому-то человеку наше ощущение сюжета, творящегося этим человеком, но оно рождено сюжетом, например, который уже прожил, перегорел, и мы, ну, желая, может, наблюдать яркого человека, на самом деле становимся в тупик, потому что эта яркость является отпечатком уже сложившейся перемены. Иногда, может быть, человек, проживающий перемены, не является человеком ярким, может быть, не является человеком, который как бы заранее способен ну, намекнуть тебе, что это человек герой, человек из тех, с кем творятся истории. Есть же такие замечательные люди, которые идут по городу и с ним все время что-то приключается. Такие клондайки для всех, кто хочет к ним присоседиться с камерой. Бывают такие прекрасные люди, приключения, это 33 несчастья, иногда наоборот харизматичные такие, дух всего мира, всякие бывают. Но чаще всего мы, ну, встречаясь с человеком, который проживает историю, не имеем дело с человеком ярким. Иногда человек не так силен, как события с этим человеком, творящиеся. Это одна из проблем, которая чаще всего приводит к опозданию. Часто приводит к опозданию документалиста. Человек приходит на уже прогоревшие угли бывшего какого-то человеческого огня. Почему я говорю? Потому что мне стало казаться и продолжает казаться до сих пор, что если вы пробуете проверить, какие существуют персонажи, значимые персонажи в мире, вот творящимся вокруг некоего центрального героя, некоего вот того, кто сейчас для вас самый-самый важный. Иногда вы можете, изучая мир этих персонажей, или заметить иной ракурс, иной путь к вашему герою, или, может быть, расколдовать тем самым ваш взгляд на этого человека, потому что кажется, что человек, который ну, является, например, героем, например, который потушил пожар, и он наверняка там спас 50 детей, и наверняка он же тоже какой-то замечательный, отважный человек, а он просто скучный хер, который ну, как бы терпит, пока ты его снимаешь, просто обычный МЧСовец, и ничего, у него нет героического, и он ничего интересного про пожар не рассказывает, он даже шрам уже зашел. Ужасная ситуация. Но, может быть, вдруг ты поймешь, что на самом деле у него есть двоюродный внук, который на самом деле тут и начнется история. Может, она будет история про их встречи и про пожарный какой. А может, ты поймешь, что на самом деле ты с благодарностью потом вспомнишь, откуда ты пришел к истории про маленького мальчика, который впервые идет в школу для детей с глухотой. Ну, вот, все бывает. Иногда вы можете, придя в историю вместе с героем, справедливо уйти к другому. Но я сейчас говорю про трудную жизнь кинодокументалистов, а в легкой, паразитической жизни людей, которые сочиняют, вы, мне кажется, можете пробовать сделать вот такую некую как карту вот этих разных вот этих миров. Ну, то есть вы же знаете, что Солнце крутится вокруг Земли, и все прочие звезды и планеты вокруг Земли крутятся. И вы это знаете, я надеюсь, и замечали это, своими глазами видели.
Точно так же, как каждый марсианин в курсе, что все вертится вокруг Марса. Марс – центр мира. Ну, это так, марсиане знают. И не спорьте с ними. Они будут, конечно, соглашаться с другой версией, наука, все такое, но каждый марсианин своими глазами видел, как Земля где-то там маячит в небе временами, а Солнце круги наматывает вокруг планеты. Марс, стоящий в центре. Вот это и есть правда о сюжетах, человеческих сюжетах. И если вы попробуете сделать вот это мысленное путешествие к другим персонажам, то вы, может, заметите, найдете или придумаете, не придумаете, предположите, разгадаете сюжеты, в которых ваш герой является для каких-то иных миров не центром, но значимым персонажем. Что такое значимый персонаж? Это персонаж, который каким-то образом меняет твою судьбу. Или персонаж, чью судьбу ты каким-то образом меняешь. Просто тем фактом, что ты существуешь, ты уже меняешь судьбу других людей. И это так. Ты меняешь судьбу тех, кому ты мешаешь жить, тех, кого ты обидел и обижаешь главным образом сейчас, тех, кто тебя любит, тех, кого ты любишь, тем, кто зависит от тебя через властные отношения или экономические, денежные отношения, или родительские, сыновьи, разные отношения, родства, родственной зависимости. И это все разные всегда оттенки, потому что они фокусируют разные мотивации в вас, в героях. Когда вы находитесь в вот этой взаимном партнерстве сюжета с каким-то персонажем, то, возможно, обостренным и преувеличенным и технически оправданным лишь, но интересно будет проверить, что является самым важным, самым определяющим эти отношения, что, какого рода, ну, какой части человеческого личности, мира, ну, бытия находится то, что сильнее всего и активнее всего связывает вас. И обычно, когда люди там, ну, утилитарно относящиеся к сценарной работе, конструируют какие-то там, переделывают что-нибудь, они иногда технически усиливают какую-то из вот этих возможных мотиваций, которые, ну, которые объясняются отношения, зависимость, влияние, перемена между одним и другим персонажем. Любовь, ревность, нужда, какая-то отвлеченная, может быть, религиозная причины или там, месть, которая тоже является вполне себе отвлеченной причиной. Но все это наверное, является практическим и таким утилитарным, каким-то искусственным применением, но на самом деле оно идет от той правды, в которой достаточно тематические, достаточно окрашенные и такими как бы в какой-то высеченной одной линией существуют отношения между людьми. И я хотел бы ваше внимание обратить на то, что если мы говорим про какие-то отношения между людьми очень большие, очень полные,
ну, не знаю, люди живут вместе, и они одновременно все, одновременно и зависят денежно друг от друга, и одновременно и любовь, и одновременно там, как бы, существование в одном пространстве, и одновременно там биоценоз, вообще все на свете. Хотя, может быть, например, это не парень с девушкой, а там дедушка и сосед, который погорелец, живет здесь уже второй месяц в этом доме. Я к тому, что, ну, правда в том есть, что в реальности люди, значимые для других как персонажи, скорее всего, это, ну, как бы взаимная связь невозможна, ее упростить до какой-то одной взаимной зависимости, в одной какой-то линии, через что-то одно. Но я хочу, чтобы вы проверили, правда, я сейчас вам скажу, я думаю, что это так. Если между такими значимыми и полновесными, как бы универсальными персонажами, сейчас начинается какое-то взаимоотношение, ну, тут взаимная зависимость, и вдруг какая-то одна из связывающих линий становится более активной, более важной, более значимой, скорее всего, это признак того, что сюжет происходит. Эти два человека в этот момент перестают быть друг для друга просто он и она, или мама и сын, или. И начинается история, в которой... И тут начинается история мести, который Гамлет должен как-то понять, как же теперь относиться к маме. Или что-то еще такое, такое, и сякое, и пятое, и десятое. И это прекрасно не потому, что это ужасно, потому что, ну, красота людей, она в этой как раз полноте их. А красота сюжетов в том, когда что-то почему-то так поменялось в силу естественного и настоящего порядка вещей, а может, пророка, а может, полной случайности, вроде того, что там слишком медленно входил из комнаты и услышал плохие, трагические какие-то вещи. Больше не можешь там, все, ты начинаешь ты их ненавидеть, и там, ушел в другой, и все на свете. Из-за любой чепухи, из-за бессмыслицы что-то меняется, и в этот момент возникает особого рода тонкая, как острый луч, связь между персонажами. И это значит, скорее всего, что сюжет стал настоящим, стал активным, стал твориться. Потому что люди, которые суженно воспринимают друг друга, это люди, которые, ну, активнее, динамичнее, обреченнее действуют в своем взаимодействии. Чаще всего самые острые сюжеты – это сюжеты, творящиеся между людьми, которые перестали по какой-либо причине воспринимать друг друга в своей полноте. Чаще всего сюжеты более технически острые, динамичные – это сюжеты людей, которые почему-то потеряли сознание полновесности, полноты того, другого, с кем я связан. Вот. И это туннельное восприятие начинает очень увлекательно и интересно, ну, только для зрителя, менять их, как бы, взаимные действия друг для друга. Мне хочется вам напоследок предложить еще одну игру. И эта игра про персонажей. Если вы снимаете фильм с игровой, но при этом делаете, наверное, самую интересную, правильную какую-то вещь, которую, мне кажется, можно делать в кино, стараться максимально, чтобы вашим партнером была реальность, чтобы вашим партнером были люди с их реальными фактурами, реальное пространство, реальные ситуации, что, может быть, ваш фильм не был бы пранком, но чтобы
ваш фильм стал бы таким серфингом реальности, использующим и раскрывающим характеры тех людей, которых вы стали снимать. Мне кажется, что это самое удивительное зрелище на свете. И такие фильмы, к счастью, есть. Их много и все больше, поскольку мы можем снимать на любую хренотень. Ну все, это так хорошо, вы свободны. К чему я? К тому, что если вы работаете с непрофессиональным актером, который должен работать не со сценарием, а с либретто, в котором ему надо прожить жизнь, скорее всего, вы будете, ваша работа станет легче, и ее работа станет легче, если вы попробуйте сказать этому человеку, что он играет не себя, а он играет персонажа, которого там зовут, может, даже точно так же. Вот, у которого уже точно такая же судьба, который живет в том же доме, который еще... Ну, это не ты, не я, это персонаж, которого так зовут. И может оказаться, что это станет некоторым облегчением, освобождением для человека. Наверное, просто потому, что любой игровой фильм все равно меньше и мельче, чем та большая правда, которую человек справедливо ощущает, когда ему говорят, ты играешь себя, ты понимаешь, насколько ты больше, чем все, что ты можешь сыграть, и хрен знает, что теперь делать. Вот. Я хочу вам предложить такую игру. Попробуйте написать сценарий про персонажа, которого зовут так, как зовут вас, который живет там, где живете вы, который все ровно, как у вас, но это персонаж. И не только вы персонаж, а вокруг настоящие люди. Вот. И попробуйте написать сценарий, который бы... Ну, не сценарий, материал сценария небольшой написать. Небольшой материал сценария написать, записать, в котором было бы какое-то количество сцен, которые случились с этим персонажем в действительности. И это не были сцены, которые были придуманы автором этого фильма, либо персонажем этого фильма, они просто были, но они были не просто кусочками вашей жизни, они были фильмом, который снимается или репетируется. Вот. Это вот, были кусочки. Попробуйте их записать как сцены и не старайтесь их сюжетизировать, попробуйте их просто записать. И ничего с ними не делайте, а просто попробуйте на них посмотреть и представьте себе, что эта история не про вас, а это просто такой сценарий. И вот. А другая вещь, которую параллельно, мне кажется, было бы вам интересно сделать, это попробовать представить себе, что могло бы поменяться в реальной жизни, в которой вы можете относительно считать персонажем только себя и больше никого. Остальные люди реальные, а не персонажи. Но что вы можете сделать такое, чтобы вы стали другим? Ну, чтобы вы, оставаясь собой, прожили какой-то, давайте говорим, день. Какой-то день, который не был бы ваш, если бы вы не стали этой сечкой заниматься. Попробовать создать для себя, в вашей реальной жизни, как бы придумать, что вам надо сделать, чтобы какой-то день, который вы проживете, был бы не... никогда бы не случился, если бы вы не сделали что-то. И что нужно сделать для этого? Не принося вреда другим людям. И помни про то, что все люди, кроме вас, не персонажи, а настоящие люди. Может, вы поймете, что вам
нужно уехать в другой мир, может поверить, что нужно поселиться в хостеле, может быть, поверите, что в другом, чем вы сейчас живете, или в хостеле, а не там, где вы живете. Можете пометить, что вам нужно попробовать встретиться с человеком, который сюжет, в сюжете которого вы участвуете в реальности. Может, наоборот, в человеке, который многие есть возможности. Я хотел бы, чтобы вы попробовали сделать что-то, что каким-то образом, не портя жизнь других людей, вашу, усилит ее сюжетность в рамках одного дня. Вот. И если кто-то из вас придет ко мне на занятие через неделю, то пришлите, пожалуйста, запись. Вот. Заранее? Да. Чтобы я хоть за денек, четверг, например, чтобы я успел прочитать. А надо узнать у Натальи, как удобней, может быть, там какая-то форма или что-то такое, может быть, как-то так сделать это. Вот. И, собственно, такое маленькое задание. И приближается момент, когда я обещал выйти из этого зала. И давайте. Вопрос к моему заданию. Да, интересно. Вы говорили про то, что нам нужно найти контуры. Да. И оно, в принципе, должно само заполниться, то есть само раскрыться. Да. Чем больше вы спрашиваете, чем точнее ваши вопросы, тем больше вероятности, что то, что останется неизвестным, будет иметь какую-то ощутимую границу, ну, как бы во времени, в пространстве, в действии. Если контуры найдены, то не заполнится, ничего страшного, уже нужно искать дыру. Конечно. Это очень интересно. Вы найдете, ну, границы лакун. Но, скорее всего, если будете спрашивать, то, возможно, вы поймете, что есть какая-то своя красота в тех лакунах, которые прямо настоящие, мне оказалось. И, может быть, они будут, может, они будут просто создавать какой-то ритм удивительный и достоверный, и непридуманный. Может, они станут как раз возможностью опосредованно прикоснуться к тайне чужой, чьей-то, тому, про что и не надо спрашивать. Может, они станут, ну, дадут вам ощущение большей правды, чем те воспоминания, которые заполнили пространство вокруг, но, возможно, лакуны будут более истинными, на самом деле, чем память. Потому что память иногда бывает очень хорошо, если он умеет фальсифицировать и незаметно для человека вспоминает. Для человека, который слушает, это прекрасно. Вот. Просто мне кажется, что для того, чтобы это задание приносило вам пользу и оставило у вас какую-то, может, невредную память, представьте себе, что вы ищете именно недоступное заполнению пустоты. Это более верное и прекрасная задача, чем представить себе, что вы ищете, ну, как бы, то, что вы спасете из вот этой потерянной памяти, в том числе к тому, что слишком много вероятности, что то, что вы спасете, оно где-то окажется нечаянной подменой. А пустоты всегда будут настоящие. Вот поэтому, ну, на самом деле, не поэтому, но это тоже хорошо. Какие вопросы вы обычно задаете? Я спрашиваю про то, про что мне правда интересно. И если мне ничего не интересно, то я срочно начинаю думать, про что мне вот сейчас все равно
интересные. Иногда поэтому мне становится легче вообще разговаривать, потому что иногда бывает, что вообще не знаю, что спросить кого-то. А он не знает, что сказать. Но если вдруг ты понимаешь, что ну, такая ситуация, то ну, мне кажется, единственный путь – это подумать, что тебе на самом деле интересно. Может, не про этого же человека, а вообще просто вообще. Ну, лучше всего, конечно, про этого человека. А всегда есть что-то, что интересно. Просто представьте себе, что вы никогда больше не узнаете что-то, потому что сейчас можете спросить. Это такая очень острая ситуация. Не обязательно вы узнаете в результате, но, может быть, это станет для вас какой-то пересадкой к какой-то еще части вашего разговора, где не будет вот этого вопроса, про что спрашивать. А в основном вы спрашиваете, ну, про персонажа или про явление? Если я кого-то спрашиваю, то это или потому, что просто мне хочется кого-нибудь поспрашивать, вот, бывает так, или потому, что я отправился делать ресерч, и я должен, что-то такое, вот, ну, вот, я, мне кажется, самое, ну, я начинаю верить, иногда совершенно все неправда, но я начинаю верить, только если я, ну, могу представить себе, что я в том пространстве и времени оказался, и что-то могу почувствовать, как существовал какой-то кусочек реального времени. Собственно, я из этой своей личной такой узости восприятия и провел это занятие, подбивая вас тоже это преследовать, потому что мне лично вот кажется, что это и есть то, что, из чего состоит сценарий. Кусочки реального времени, потому что они являются ключами к всему богатству любых ваших и манипуляций тоже, и познания, и всего прочего, что вы можете делать, если вы занимаетесь недорого придуманными сюжетами. Но все это зависит от того, чтобы вы могли найти кусочки реального времени, в которых, которые дают вам доступ к ну, полновесности, полноценности какого-то мира, вот. В том числе потому, что тогда в этом мире будет не только то, что сюжетно, а то, что вроде никакого отношения к этому сюжету не имеет, но оно прячет в себе множество возможностей. Вот. Спасибо вам сердечно за внимание. И я попросил вас прислать задание про «Чужой день», но я на самом деле очень рад буду за всех, кто для себя попробует сделать какие-нибудь из других игр, которые мы с вами упоминали. Единственное, почему я не предлагаю вам их, мне прислать, ну, просто потому что я не думаю, что главная причина на самом деле то, что я не думаю, что интересно все эти игры так быстро и с одной попытки проиграть. И еще мне кажется, что может, как и опасно говорить, интересней это делать, если ты никому ничего не обещал. Спасибо вам. Спасибо. Я решил, что стаканы вода. Спасибо.